Всем привет, с вами канал Домашний Паркур и я, Мистер Перес. И сегодня у нас на обзоре классный микс от моего хорошего знакомого кальянщика. И этот микс сочетает в себе три табака, три вида табака, три вкуса. Вот. И один из них это клюквы модели Хуки в процентном соотношении микса. Это где-то 40% от общего микса. Потом смородина от Dark Side, тоже 40%. И 20% мы оставляем на бергамонстр от Дарксайда. Очень вкусно. Такой свежий ягодный вкус с ноткой цитруса. Сладко очень, очень сладко курится. Но одновременно приятно. Не могу сказать, что приторно. Все-таки бергамот оттеняет вот этот сладкий вкус от... Видимо, от смородины больше, наверное, даже. Очень интересный, классный микс. Советую попробовать. Снова перечислю, какие вкусы входят в этот микс. Это смородина от Dark Side, клюквиум от Daily Hookie и бергамонстр тоже от Dark Side. Очень вкусно. Всем советую. Сегодня был короткий обзор от домашних покуров. До новых встреч. Пока.